На юге Франции ее ресторану не было равных. Вчера мы подали вот это. Моя кухня – это союз страстных любовников, а не пожилых супругов. Пока одна семья... Папа, тормози! Стой! Толкай! Не заварила свою кашу. Я хочу купить этот ресторан. Бонжур, это частная собственность. Простите, это ваша собственность? Нет, нет. О, значит, и вы тут незаконно. Ресторан через дорогу от нас имеет звезду Мишлена. Там обедает сам президент Франции. А он там может заказать такую же вкусную масалу, как у Гассана? Здесь такое никто не ест. Просто надо дать им попробовать. Открытие в субботу. Мой сын лучший индийский шеф в Европе. Давай, подними руку. Не поднимай руку. Подними руку, Гассан. Не поднимай руку. Не стесняйся. Вперед! Да! У вас там что, свадьба? Похороны хорошего вкуса. Если ваша еда похожа на вашу музыку, советую приглушить. Музыку я приглушу, но огня добавлю. Вам всегда всего мало. Зато вас много. Пап, остынь. В смысле остынь? Надо ж поторговаться. С тех пор, как умер ее муж, она всю себя отдает этому ресторану. Я сам свою стену отмою. Наружная стена не ваша. Я в мэрии узнала. У меня план построить высокую стену, чтобы никто не видел ваш ресторан. Мадам Малори, достаточно одной ложки, чтобы определить гениального повара. Мадам, позвольте приготовить вам омлет. Смотрит свысока, словно королева. Вы льстите мне. Вы его совращаете своими безвкусными соусами. У вкуса есть тонкие оттенки, и я учу его их различать. Он так хорош, как я думаю? Он лучше. Я добавил специй. Этому рецепту 200 лет, зачем его менять? Ну, раз в 200 лет-то можно. We are ready, we are young, we have nothing to fear.